Внимание! В этом видео спойлеров не будет. Смело смотрите до конца. Всем привет! Мы в кинотеатре Центральном. Здесь будет проходить премьера фильма «Оно 2». С первой части прошло 2 года, и вот настал тот день, когда Пеннивайз возвращается. Ожидания от фильма? Ожидания большие, надеюсь, хороший фильм. Как вы думаете, чем закончится? Все умрут, наверное. Какие у вас ожидания от фильма? Господи, я сама не знаю вообще. А смотрели ли вы первую часть? Да. Очень понравилось, поэтому на вторую пришла. Какие у вас ожидания от фильма? Очень хорошие. А вы смотрели первую часть? Надеюсь, Пеннивайз всех победит и этот воздаст всем шарики. Надеюсь, удивиться. Надеюсь, фильм будет страшным. В первой части истории рассказывается, как в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети. Несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены мериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят вглубь веков. Продолжение происходит спустя 27 лет и... Стоп! Мы же обещали, что спойлеров не будет! В общем, этот фильм производит большое впечатление. Была очень неожиданная концовка. Вам стоит это увидеть. 31 кадр рекомендует. Ну расскажи, как тебе возвращение в Дерри? Вторая часть, она те ожидания превзошла, особенно ритуал чуть. Просто мне было интересно, я видел в первой экранизации, как он выглядел. И мне было просто интересно, как они покажут этот ритуал. И да, фильм просто стоит посмотреть всем. 10 из 10. Мне нравится то, что сохранилось все как в книге. Почти, как бы почти все целостно сохранилось как в книге, и они постарались показать каждую деталь. Конечно, это было бы очень сложно показать все, но теперь я жду режиссерскую версию. Ну, без спойлеров, вот.